Здравствуйте, уважаемые любители мототехники. Мотосалон Клуб Вьюход продолжает видеообзоры мотоциклов Kawasaki. И сегодня в нашем выпуске новинка 2014 года – Kawasaki Z1000 Special Edition. Компания Kawasaki каждый год радует своих поклонников новыми моделями мотоциклов, которые являются образцом конструкторской и дизайнерской мысли. Итак, давайте посмотрим, чем данный мотоцикл отличается от своего предшественника. Самое первое, что бросается в глаза, это, конечно же, яркий дизайн. Внешность мотоцикла изменена полностью. Как и предыдущая модель, новый Z1000 имеет агрессивный внешний вид. Это подчеркивается всем, начиная от передней светодиодной оптики, заканчивая раздвоенными титановыми глушителями, выведенными по обе стороны мотоцикла. Но инженеры компании Kawasaki позаботились не только о дизайне. Мотор данного мотоцикла полностью соответствует внешнему виду. На данном мотоцикле устанавливается рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1000 см кубических, который выдает 142 лошадиные силы на 10 тысячах оборотах в минуту и 111 ньютон-метров крутящего момента на 7300 оборотов в минуту. Показатель очень внушительный и позволяет дорожному мотоциклу в городском потоке не уступать спортбайкам. Более того, в некоторых случаях большая тяга на низких оборотах позволяет мотоциклу превосходить своих спортивных конкурентов, а благодаря короткой базе и хорошей развесовке быть очень маневренным. В подвеске мотоцикла используется вилка Showa, которая имеет весь спектр регулировок и позволяет настраивать ее в зависимости от предпочтений пилота, и задний амортизатор той же фирмы, который имеет также все необходимые регулировки. Тормозная система состоит из двух 310-мм дисков спереди с моноблочными четырехпоршневыми суппортами и одного 220-мм диска с двухпоршневым суппортом сзади. Что касается общей эргономики мотоцикла, то тут тоже все на высоте. Благодаря удобному рулю и грамотному расположению подножек, пилот чувствует себя единым целым с мотоциклом. Органы управления сделаны по-японски качественно и удобно, ни к чему привыкать не придется. Все необходимые кнопки и рычаги расположены на своих местах и всегда под рукой. Приборная панель легко читаема и дает всю необходимую информацию о состоянии мотоцикла. Звук выхлопной системы также был доработан. Мотоцикл обладает приятным басовитым звуком на низких оборотах и внушительным при агрессивном разгоне. В заключение хочется сказать, что Z1000 получился практически идеальным мотоциклом, который обладает отличной динамикой, великолепной управляемостью и ярким дизайном, который ставит его на первое место среди конкурентов.